Девочки, всем доброе утро. Всем привет. У нас сегодня новый влог. Да, начинаем. Ну, как всегда, с малышей. Амин у нас завтракает. Сказала, каши не хочет, хочет греночек. Вот Кристина ей пожарила греночки. Да, отдам, отдам. Вот. Приятного аппетита, Аминочка. Так, и Давид сейчас будет мне попрошайничать тут. Время у нас сейчас без 10:10 утра. Да, у нас планы сегодня каких? Да никаких особо-то. Хочу убрать, курточки перебрать, перестирать надо, заняться все-таки. И, да, они там смеются надо мной на кухне, Кристина с бабушкой. А мы опять собираемся гулять. Вон, Амина уже сидит, а сама сегодня одевалась. Давидик тоже уже готов. Он все соски меняет. Эту соску мы должны были выкинуть еще вчера. Ну, пойдем. Да, пойдем. Надо причесать волосы, Амина. Давай. Она, видишь, вся смятая. И причеши волосы, и будем одеваться. Девочки, а мы опять в торговом центре гуляем. Амина ест сладкую вату, такую огромную. А Давидик почти засыпает. Амина вкусная? Кристинка ее там фотографирует. Ну что, я так себе опять ничего не нашла, ни одно, ничего не присмотрела. Мне ничего не нравится. А у нас здесь выставка товаров из Индии и Пакистана. Вот, и у нас там тоже, вот видите, камера стоит. Там снимают. Вот. Там, видимо, реклама, что ли, по Первому каналу будет. И мне так интересно стало. Вот. Но мы туда не пойдем. Да, ведь не пойдем мы туда? Нет, мы туда не пойдем. Вот. Кристи говорит, я хочу засветиться. Да, почему бы и нет? Но мы не пойдем. Амина, вкусная вата сладкая? Так что мы тут... Жженый сахар. Очень вреден. Но вкусный. В больших количествах есть нельзя, может вызвать рак. А мы так едим раз в год по праздникам. Мы такой ерундой не страдаем, да, Амина? Вот тут еще магазинчик, тут как называется у нас сахарная пудра. Такой ванильный магазинчик. Ладно, посидели, пойдем теперь. Сделаем его, да? А то он сейчас у тебя весь развалится. Вкусная минватка сладкая. Вот. Ну чего, пойдем тогда? Куда мы сейчас пойдем? А, надо еще нам забрать заказ. Смотри, что она делает. Вот смотрите. Дочь, а дочь. Ты почему мусоришь? Давидику дали. Подожди. Поздно. Поздно, он уже съел ее. Ну что, идем в детский мир с заказом. И все. Футболку я так себе не присмотрела. Кристи говорит, у меня вообще вкуса нет никакого. Выбираю все какое-то, не знаю. Либо совсем старушечье говорит. Надо мне сделать так, чтобы она без меня сходила и мне выбрала футболки. Так будет проще, да? Вот, надо будет так как-нибудь сделать нам, такой челлендж. Чтобы дочь мне выбрала одежду, да? Все, ладно, пойдемте. Детский мир. Да, детский мир там. Ладно, мы сейчас идем до детского мира. Здесь вон там. Захотела сегодня идти с распущенными волосами. Да, Мина? Да. Ага. Все уже съедает. Так, а зачем мне волосы, да? Такая вкусная, что не оторваться. Ну,
Все, пойдем. Детский мир тут рядышком уже. Да, все. Кристина ушла в детский мир, а мы ее тут сидим, ждем на лавочке. Давидик у нас уже спать хочет, он уже вовсю засыпает. А время у нас без 20 час. Вот, забрала, идет. Вот и кроссовки-то. Вот Аминины, вот Кристинкины кроссовки. Удобные, хорошие. Только она уже жалеет, что взяла 40-й размер. И уже вроде великовато они. А вот Давидик. Вот такую вот смесь. Перешли на вот такую смесь, ели до 6 месяцев. Подожди, до 9 мы, наверное, ели. До 6 месяцев. Гипоаллергенная. До 9. С 6 до 9 обычные нан ели, а сейчас на настажин перешли. Вот такую, Кристиночка, ему палочку взяла. Фруктовый батончик. А ему нравится, смотри. Ты бы видела, как он вчера брокколи ел. Слышишь, Амин? Ну все, пойдем. Вон вниз бросай. Остались? Все, подходим мы. Уже у дома почти он дом. Сейчас зайдем в Верный. Надо купить продуктов немного. Опять. И пойдем домой. Сегодня такой ветер холодный. Очень ледяной такой. Ну, продвигаемся. Амин уже почти доела сладкую вату. Вот сейчас зайдем в Верный. Все, вышли мы из Верного. Как всегда набрали. Амина себе взяла мега косичку. Зефирку. Пойдем, дует. А Кристина взяла себе чипсы. Прям такая ностальгия. Мы каждый, то есть в детстве. В детстве, да, в деревне постоянно покупали их. Прям постоянно. И сейчас увидела Верну. Захотелось взяла, вспомнить. Да. Вкус детства. Всегда их ели. Так это и все открылось, пакеты-то. Да. Ну вот. Да, прямо под дороги. Вот они. Вкусняшечки. Крабики. Даже такие же по вкусу. Скупала вот это. Да? Где она лежит? Ага. Надо ее поднять. Поднимешь, Амин? Давай вниз сюда, чтобы не потерять ее. Вот. Уже подходим к дому. Осталось, через площадку пройдем. И у нас тоже уже начинает травка зеленеть. Зеленеть. Как правильно? Зеленеть какой? Все, мы уже дома. Да, видите, как всегда у нас улыбается. Как всегда, обзор покупочек у нас небольшой такой. Да, видите, подожди, сейчас я на пол поставлю. Вот так. Вот, ползай, был на руках. Шарики взяли. Несквик для малышей. Кристина вот себе вот эти чипсы взяла. Уже которые поели. Давидик взяли смесь. Я люблю ее вводить, ну вот именно сыпать. Пересыпать банку. Я люблю вот так вот, когда они открываются, вот эту доставать. Эту сразу выкидывать, старую. Старую. Да. Так вот доставать. Облизать. Удовольствие приносит. Грядиться успела. Хоп,
и высыпала. Два пакета поместится. Да, веди-ка иди сюда. Так, и второй. Давид полез в ящик. Удовольствие. Все, это в мусорку. Также вот мы хлеб взяли. Хлеб по 29,90. Взяла, Кристина, разрыхлитель для теста. Будем сегодня мы делать мантушки. Зиру взяла тоже для мантушек. Это ложить в это, куда там тебе? Класть в начинку. Вот, забыла. Так, азербайджанские помидоры. Огурчики взяли. Давиду вот такую сладкую палочку. Она ему не зашла. Это чисто тут агуша. Полезный перекус. Фруктовый батончик. Яблоко, клубника и злаки. Он ему не зашел. Вот, взяла также капусту маринованную с морковками и шафраном. Такая вот вкусненькая, хрустящая. Рис это мы взяли. Соль. Курочка, вот которая пойдет, филе курицы, как раз пойдет у нас на начинку для мантов. Мантушек. Яйцо. Яйцо у нас по 69, да, по-моему? Так, яйцо 69. Курица килограмм 309 рублей. Рис у нас... скажу, сколько найти бы. 70 рублей. Да, 68 рублей 99 копеек. Также взяли вот по йогурту малышам вот перекусить. Аминка себе вот выбрала вот такую растишку, хотя они их вообще не едят, они съедают вот эти вот сверху либо шарики, либо вот эти печенья, а сам йогурт не едят. Но обещала съесть. Давиду взяли бананчики, 3 взяли. Ну вот, и уже показывала шарики. Молоко также наше, 2 литра. Одно чуть-чуть пролилось, потому что Амина попила и плохо закрыла. Я вот уже убрала. И вот. И покупка вышла на 1408 рублей. Вообще ничего особого. Ладненько. Будем сейчас убирать и начнем месить мы тесто. Кристинка будет месить тесто на мантушке. А, она еще поставила вот. Еще будет у нас тыква. Тыква, филе курицы, картошечка и лучок в начинке. Вот будут мантушки с тыковкой. Вот, короче, вот такой бардак здесь. Вот вам покажу. Сейчас это буду все убирать. Чай попью сначала. А Давидик тут, как всегда, у нас он стоит и ползает. Все уже расковырял. Все буду убирать сейчас. Амин тут прилегла полежать. Сказала, хочешь немножко полежать. Укрыла пледиком. Лежит и смотрит она. Кого ты ищешь? А, конечно же, кого она ищет? Влада А4? Фанатка-то. Так, вот тут уже Кристина начала месить тесто на манты. Понадобилось яйцо, вода, мука. Да? Она очень давно издевается, девочки. Так спрашивают, кого-то не знает. Что надо на тесто? Я спрашиваю, чтобы ты сама сказала. Я каждый раз это говорю. Сколько можно говорить-то? Все, тут Кристина месит тесто на мантушки. А я сейчас буду тыкву тереть. Вот, на терке. На крупной. Так, вот уже приготовила тыкву на терочке, на крупной натерла. Давиди хочет взять. Сейчас буду его кормить. Да, Кристина тут уже приготовила. Вот лук, картошку. Он тоже сейчас будет их крошить. Кромсать кусочками. Давай кушать, да? Кушать, кушать. Кристина тут уже раскладывает начинки. Раскатала тесто тоненько.
Ключик немножко пропустила, Кристина тут уже доделывает. Рулетик мясной. Да. Вот. Там уже поставила она. Чисто тонко рвется. Ну ничего страшного, так бывает, да, зато вкуснее. Вот. А уже мантушки уже сделала, поставила варить. Часть теста у нее испортилась. Она очень тонко сегодня что-то у нее получилось. Ну, такой вот рулетик. Ладно, я побежала за Амиром в садик. Давид там почти засыпает. А Амина мультик смотрит. Все. Забрала Амира из садика. Он уже подходим к дому. Да? Скажи привет ребяткам-то. Всем-то. Не скажешь? Почему? Ой, вроде у нас разгуливаться. Вечер теплее стал, чем мы днем гуляли. Днем ветер был холодный. А сейчас хорошо. Вон пари, он кушает, сидит в коляске. Вон уже подходим. Да, не просыпь. Сейчас просыпешь. Да. Аккуратнее, а то просыпешь. Угу. Ну все, теперь увидимся дома. Ой, тут родители ждут детей у школы. Да, ждут мамы детишек своих у школы, когда у них уроки закончатся. Нет, Аня не здесь учится. Так, вот что у нас получилось. Чуть-чуть развалились, потому что очень тоненько было. Да. А рулетик прямо начинки, конечно. Очень вкусный рулетик. Да хуя. Да. Ладно, все малину испортила. Вот такой вкусный получился. Все, мы хорошие, все. Мы сидим, пока-то я ходила, к Ами разбиралась, садика. Сын тут уже все приготовила, мы сели кушаем. Ну все, девочки, мы уже поужинали. У нас тут вот такая гора посуды, которую я сейчас буду мыть. Так, перемою и покажу вам. Малыши там уже почти спать легли, лежат мультики, смотрят в комнате. Надо будет еще немножко тоже игрушки убрать. Ну все, девочки, посуда вся перемыта, на кухне чисто, все намыто, стол тоже помыла. Девочки, пока я мыла посуду, малыши у нас уже уснули. Они это все дело мыть, так что если надо будет положить на кровать. И приехала к нам в гости Лера. Привет, говори пока. И смотрите, что.
нас камерчик Давидик кушает. Вот. Ну ладно, девочки, мы с вами прощаемся. Пока-пока. До завтра. Ну все, девочки, всем спокойной ночи. Всех вам сладких снов. Всем спасибо, кто смотрит меня, подписывается. Ну и я наводить буду порядок сейчас. Всем пока-пока. Лера. Из-за того, что темно, вкус сыра получается размытый. Размытый, да. Да, 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 да